Слепой обзор в отельчике Long Beach. В сезоне 2018-19 он, скорее всего, станет одним из самых популярных на территории Фукуока по количеству заездов русских. На самом деле, вот так выглядят номера. Вот по прямой у нас ресепшн, где машинки паркуются, а вниз мы уходим уже к бассейну. Номерной фонд порядка 120 жилищ. Бассейн, свой собственный бар, ресторан. Вот здесь вы будете завтракать. Завтраки включены. Локация очень удобная. Находится рядом с торговым центром Long Beach, со складом вьетнамского рома, там, где работает Олежка. Потрясающе. Вот. У отеля собственная территория. Лежаки, полотенца бесплатны. И вот сюда уже вниз уходим на пляжик. Сейчас низкий сезон, начало октября. К высокому все будет забито. Вот, смотрим, друзья. Вот ваш отель, в который вы планируете заехать. Ресторанчик потрясающий, чудный, мне очень нравится. Здесь джакузи. Его иногда включают. Бассейн для детей, кстати. Это одна из немногих возможностей, где они могут поразвлекаться. Вот такой переход, ручей, и мы уходим с вами уже на пляж. По поводу рядышком магазинов, ресторанов, вы выходите через дорогу, сразу же будут у вас рестораны. Недорогие, средний чек там в районе $7, и вы можете уже пообедать и поужинать. Вот здесь барчик на пляжике, видите озеро, которое рядом с отелем. Вон там барчик. Мы частенько отдыхаем после обеда. И вот здесь полностью территория. Убирается очень чисто, качественно, красиво. Песочек, видите, это район Long Beach. Собственно, одноименный пляж здесь. Вот такие классические полотенца. Наши ребята отдыхают с сумочками Focus Asia. Ай, потрясающий. Штиль полнейший. Вот, смотрите, морка, красотища. Поэтому, друзья, заезжайте вот туда. По прямой у нас отель Винпёрл, развлечения, парк аттракционов. Это север острова. К югу канатная дорога и отель Мариот. Вот туда прямо. Эпизод фестиваль точно так же будет проходить. Видите, разница. Отель заканчивается, и там дальше пустырь. После этого уже начинаются следующие отели Салинда, Фамиана и прочее. Вот так это все выглядит у нас со стороны пляжа. Достойно, неплохо. Я бы сказал, 3 с плюсом. Вот Куала-Лумпур в миниатюре рядом с отдыхающим. Заселяйтесь, друзья.